По косточке мы наносим, и вот здесь вниз по косточке. Мы не наносим на подвижное веко. На столе вместо книжек море пузырьков, кремов, ватные диски, зеркальца и декоративная косметика. Видновская взрослой библиотеки прошел мастер-класс по макияжу и уходу за кожей. Все женщины хотят весной быть красивыми. И вот мы решили в нашей библиотеке сделать ряд таких мастер-классов по красоте. Потому что не все женщины знают, как наносить макияж, как ухаживать за кожей лица. Конечно же, это важно. Из каких этапов должен состоять ежедневный уход за кожей лица? Как правильно наносить крема и сыворотки? Что делать, чтобы макияж не осыпался и не размазывался? Об этом и многом другом посетительницы библиотеки узнали на мастер-классе. Обязательно это системный подход. То есть это и очищение, и тоник, и увлажнение. Обязательно защита. Многие не пользуются тональными средствами, но это наша защита от грязи, которая попадает на нас, когда мы выходим на улицу. Не забыли также поухаживать за шеей и руками, а еще сделали модный макияж. Словом, участники мастер-класса не только получили массу полезных знаний, но и заметно преобразились. Кожа словно помолодела, свежесть, и сейчас скоро настанет весна, и естественно такое ощущение связано с весной. Еще на такие подобные мастер-классы будете ходить? Да, хотелось бы попасть на подобные мастер-классы, потому что много чего есть еще интересного. Сама последовательность ухода за лицом, потому что мы не все с маски, тоники, когда, чего, после, как правильно наносить. Не всегда об этом помним, не всегда знаем. И лишний раз услышать от профессионала, как это надо делать, как правильно делать, как быть красивой, как ухаживать за собой, всегда приятно. Это первый мастер-класс по уходу и макияжу, проведенный в здании Центральной библиотеки. Руководство учреждения планирует провести целую серию подобных мероприятий, чтобы каждая видновчанка могла стать еще прекраснее. Екатерина Борисова, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ.